Тверской области чествовали работников транспорта. Свой профессиональный праздник большинство виновников торжества отмечали на рабочем месте в рейсе за рулем автотранспорта. В наши дни в этой отрасли трудятся наравне как мужчины, так и женщины. На городских дорогах можно часто увидеть за управлением автобуса представительниц прекрасного пола. Как они чувствуют себя за рулем огромного ЛиАЗа, расскажут они сами в нашем следующем сюжете. Рабочий день водителя пассажирского автобуса начинается в 6 утра. В 6:40 после соблюдения всех формальностей, как, например, медосмотра и выдачи путевого листа, работник отправляется на маршрут. На предприятии «Транспорт Верхневолжья» наравне с мужчинами трудятся и женщины. С управлением синих пассажирских ЛиАЗов представительница прекрасного пола справляется ничуть не хуже. Светлана Гаврилова за рулем общественного транспорта уже 15 лет. Вначале был автобус, потом троллейбус. После внедрения новой модели перевозок в Твере пересела на синий ЛиАЗ. За рулем такой большой машины, признается женщина, чувствует себя вполне комфортно. Я везде себя комфортно чувствую. На автобусе, потому что он больше и действительно видишь ситуацию уже какую-то впереди. Светлана отмечает, что профессионализм и успех никак не зависит от пола. Все дело в знаниях, опыте и ответственности. Ко всему прочему, чтобы водить автобус, нужны и крепкие нервы. Больше, наверное, от человека зависит. Смотря какой человек. Иногда и мужчина, парень не сможет справиться, потому что у него нервная система никуда не годится. Но девушки, они более спокойные все-таки. Как-то более воспринимают это спокойно, все эти ситуации на дорогах. Обстановка на дорогах, особенно в часы пик, напряженная. Нужно уметь вовремя реагировать и держать ситуацию под контролем. На новых автобусах работать легче и интереснее. Здесь есть все необходимое для комфорта и работника, и пассажиров. Кнопочки все, фары, маршрут-указатель, печки, двери открываются, закрываются. Руководство автотранспортного предприятия полностью подтверждает слова Светланы Гавриловой. При приеме на работу в первую очередь оценивают профессиональные качества, а у женщины, кандидат или мужчина, не так важно. Численность нашего предприятия составляет 1500 человек. Из них 900 водителей и 41 женщина. Все наши водители – профессионалы. Все соблюдают безопасность дорожного движения и уважение к нашим пассажирам. А ежедневно на линию выходят 400 водителей, из них 20 женщин. Недавно мы провели конкурс водительского мастерства, и очень приятно было понимать, что третье место заняла женщина. С профессиональным праздником работников автотранспортной отрасли поздравил и глава региона Игорь Руденя. Этот праздник отмечается в стране впервые. Губернатор отметил, что сотрудники этой сферы ежедневным добросовестным и профессиональным трудом вносят свой вклад в развитие Тверской области, обеспечивают комфорт и безопасность пассажирских перевозок, оперативность и надежность доставки грузов, совершенствуют и поддерживают на высоком уровне транспортную систему нашего региона.